Дорожно-патрульная служба сегодня – это слаженная команда профессионалов. Быстро реагировать на возникшую ситуацию и оперативно справляться с поставленными задачами помогают не только знания и опыт, но еще и техническое оснащение. 6 новеньких служебных машин пополнили автопарк областной госавтоинспекции. Ключи от патрульных авто лучшим инспекторам вручил председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Не только от автомобиля зависит безопасность дорожного движения. Это много факторов, которые влияют. Во многом это зависит и дорожное покрытие, к сожалению, пока у нас оно не всегда в порядке. Это и технические средства, и разметка, и так далее, и так далее. Но самое главное, я вижу, особенно в последнее время, это безответственное отношение некоторых водителей к правилам дорожного движения. Поэтому работы у вас сегодня немало, и в ближайшее время, я думаю, что ее не уменьшится. Новые «Шкоды» закуплены за счет средств Департамента финансов и тыла МВД Беларуси. Стоимость одного такого авто с учетом оборудования – 49 500 рублей. Патрульные машины с улучшенными характеристиками отвечают всем современным требованиям по скорости и расходу топлива. Обновление технического оснащения – один из шагов по улучшению качества исполнения служебных обязанностей инспекторским составом дорожно-патрульной службы. Уровень материально-технического обеспечения серьезно влияет на выполнение основной задачи органов внутренних дел – обеспечение жизни и безопасности наших граждан. Но сегодняшнее мероприятие, оно подтверждает, что мы не едины в выполнении этой задачи. Органы государственного управления вместе с нами работают над этой проблемой и готовы в нужный момент поставить плечо. Но как было определено, что ни техника, ни инженерные решения не могут в полном объеме выполнить и достичь поставленных целей. Очень много зависит от сотрудников органов внутренних дел в этом направлении, сотрудников государственной автомобильной инспекции. Майор милиции Валентин Андрасюк в госавтоинспекции служит уже 22 года. Свою первую патрульную машину инспектор не забудет никогда. «Жигули» 21063. Своими руками приходилось доводить автомобиль до ума. Помнит Валентин Петрович, как патрулировал брестские дороги на «Ладе восьмерке» и трех разных «Опелях». Ключи от серебристой «Шкоды» – своего рода награда за многолетний добросовестный труд по пресечению дорожно-транспортных нарушений. Нашим водителям, прежде всего, не хватает элементарной вежливости на дорогах. Ну, и самое главное – это соблюдение правил дорожного движения. Потому что правила дорожного движения, они на то и правила, чтобы их соблюдать. Ну, некоторые водители, они думают, что они писаны не для них, поэтому получаются вот такие различные казусы на дорогах. Ну, для того, чтобы это не получалось, на новых машинах уже будем их пресекать. И делать дороги безопаснее. Ирина Альшова, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.